всего сердца поздравляем вас с днем рождения. Вы легенда клуба, легенда Локомотива. Мы все ценим все, что вы делали и делаете для нашего клуба. Спасибо вам. Хочется поздравить в такой знаменательный день. Самое главное – здоровье. Здоровье вам, вашим родным, близким. Зная ту долгую работу, которую вы сделали в Локомотиве, чтобы она еще столько же была у вас. Ну и, конечно, от всей команды, в частности, от меня, еще раз поздравления с днем рождения. Владимир Петрович, прими от души мои поздравления. Самое главное, что тебе пожелать в такой день – это здоровье. И пусть твои близкие все будут счастливы, здоровы, долгих тебе лет жизни. А мы, футболисты, постараемся тебя радовать своей игрой, своими результатами. Еще раз поздравляю. Владимир Петрович, мой старый давнишний друг, я тебя поздравляю с днем рождения. В первую очередь желаю тебе здоровья. Еще нам с тобой вместе познать радость побед. Мы должны еще что-то выиграть. Мы должны порадоваться. Мы должны радость болельщикам принести. А ты настоящий локомотивец. Это, ну, такие люди, единицы, которые работают в одном клубе, я думаю, наверное, лет 50. Ну, еще, чтобы ты проработал еще 50 лет. Вот этого я тебе и желаю.